Ежегодную акцию «Бірге таза Қазақстан» провели на высокогорном катке Медео. В ней приняли участие более 500 человек, в том числе студенты, курсанты, экоактивисты и представители природоохранной полиции. Несмотря на выпавший субботний снег, все участники приехали и принялись за уборку. Для всех добровольцев в этот день организовали бесплатную еду, напитки, чай и музыку для хорошего настроения. Мы планировали собрать мусор, но, как мы видим, все под снегом. И было резко принято решение найти лопаты и организовать чистку именно от снега данной территории. Мы планируем заложить принципы, что все начинается с тебя. Самое главное, что есть отклик от всех тех, кому мы обратились. И самое главное, что все-таки ответственность в наших руках, и я думаю, вместе мы изменим мир. Мы, студенты университета имени Сатпаева, приехали сегодня на субботник. Планируем убраться на данной территории. Кроме того, для нас здесь предусмотрены концертные программы для повышения настроения при уборке. Думаю, это хорошее воспоминание о студенческих днях.